Нынешняя игра стала стартовой в первенстве профессиональной футбольной лиги и прошла в Обнинске. Дебют матча у видновской команды получился довольно удачным. Уже на второй минуте Павел Барбашов, который, кстати, отличился и на прошлой игре, несмотря на усилия трех защитников, забил гол в ворота соперников. Видимо, такое начало несколько расслабило видновчан. Мало того, как позже признался главный тренер футбольного клуба «Металлург Видное», это же стало и негативным фактором. Слишком мы быстро гол забили, сразу перестали, так сказать, играть, хуже стали играть, не понравилось, мы об этом сказали. Поэтому спрашивать нужно только себя, я считаю. Действительно, футболисты из обнинского «Кванта» не упали духом, а начали активно навязывать сопернику собственную игру. В результате уже на 9-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря видновчан, который не смог удержать в руках мяч, они сравнивают счет. Еще одна ошибка защитников стоила очередного мяча в воротах «Металлурга». 2-1. С таким счетом закончилась первая игра наших спортсменов в рамках профессиональной футбольной лиги. Забили два гола, и я даже так считаю, что ближе мы были к третьему, чем там, к ничье в первом тайме. Вот. Ну а во втором уже, конечно, там просто терпели, могли. Да. Вот. Не знаю, чем с психологией, может, больше связано, на мой взгляд, все равно, чем с какими-то футбольными моментами. Следующий матч команды «Металлург Видное» пройдет на домашнем поле 14 августа. Им предстоит сразиться с молодежным составом футбольного клуба «Химки». Максим Козлов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».